Высший совет прокуроров утвердил комиссию по оценке деятельности временно отстраненного от должности главного обвинителя страны Александра Стоянугла. В нее вошли международный эксперт по борьбе с коррупцией Драго Кос от администрации президента, бывший прокурор Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии Мариана Александру от ВСП, экс-судья Лилия Булгак от Высшего совета магистратуры, а также адвокаты Анжела Папил от Минюста и Ион Матушенко со стороны Стоянугла. Если по результатам работы комиссии отстраненный генпрокурор получит оценку неудовлетворительно, ВСП предложит президенту страны его уволить. В ноябре Майя Санду обратилась с просьбой оценить работу Стоянугла, объяснив это необходимостью укрепить доверие общества к институту прокуратуры, который, по ее мнению, скомпрометирован. Отстраненный главный обвинитель страны назвал требования Санду незаконным. В настоящее время он находится под домашним арестом. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, пассивной коррупции, ложных заявлениях и превышении власти. Стоянугла обвинение отвергает.